Всем привет, друзья! Давненько я не выпускал ролики, а все потому, что находился в командировке. Делаю сейчас на данный момент угловую каминопечь. Вырвался буквально на пару дней. Завтра еду обратно доделывать эту печь. Заказчик увидел такую печь у печника из Белоруссии Димы Касько. Кстати, рекомендую зайти к нему на канал. Вы там можете найти много чего полезного. Также Дима поделился проектом своей печи, за что ему огромное спасибо. Ссылочки на его канал я оставлю в описании к видео или в первом комментарии к этому ролику. А также, друзья, с недавних пор я являюсь участником Всеукраинской гильдии печников. И один из печников, зовут его Сергей, тоже выслал мне свой проект угловой каминопечи. Поэтому сейчас я делаю что-то свое. Вот так вот выглядит моя печь. То есть, получается, внешне она будет похожа на печь Димы Касько, а по конструктиву, получается, внутренность практически как у Сергея. Ну и плюс, что-то, как всегда, свое добавляю. В прошлых роликах я показывал как-то вот эту угловую каминопечь. Данный проект я скачал с интернета. То есть он есть в свободном доступе, и многие просили порядовочку. Так что под музычку, пожалуйста, можете посмотреть порядовку. Ну а на этом у меня все, друзья. До новых встреч, пока. И не забудьте подписаться на канал.